участниками торжественного события в жизни двух близких вам людей. Уважаемый Кирилл Николаевич и Светлана Андреевна, в жизни каждого человека бывают незабываемые дни. Они остаются в душе живым родником любви, радости и света. И сегодня у вас именно такой день. Но перед регистрацией брака я прошу вас ответить. Является ли ваше желание стать супругами взаимным, свободным и искренним? Прошу ответить вас, жених. Да. Ваш ответ, невеста. Да. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, по вашему взаимному желанию и согласию, в присутствии ваших гостей, ваш брак регистрируется. Приглашаю вас поставить свои подписи в записи акта о заключении брака. Прошу вас. Уважаемые гости, прошу присоединиться.